Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сейчас я готовлю обалденнейший салат из свежей черемши. Он готовится просто, быстро, витаминный и очень вкусный. Смотрите, как я его готовлю, а какого он вкуса, я вам скажу чуть-чуть позднее. Салатик очень быстро готовится, и сейчас я его попробую и расскажу, какого он вкуса. И, конечно же, для того, чтобы освежить рецепторы, нужно промочить ротик. Так. Аромат. Аромат классный. Класс. Очень класс. Аромат свежий, очень тонкая нотка чесночная, но это абсолютно не аромат чеснока, а что такое лесное, дикое и абсолютно не похожее ни на что. Здесь хорошо слышно и огурчик, и саму черемшу. Я думал, что яичко будет слишком приторно и забивать вкус салата, но как раз если положить в той пропорции, в какой положил я, оно именно подчеркивает саму текстуру и добавляет небольшую пикантность. Салатик обалденный. Сейчас сезон. Вкусно, полезно и быстро. Если вам понравилось мое видео, ставьте вот такие огромные-огромные лайки, подписывайтесь на мой канал и помните, кухня – это самое спокойное место.